флаги. Кто с какими флагами выходит? Те люди, какие выходят на митинги, на демонстрации, на национальные марши, на шествия, те, кто за ним выходит на забастовки, они все несут национальный бело-красно-белый флаг. Те же немногие группки, которые мобилизованы с помощью угроз и денег со стороны режима, несут советский флаг Советской Белоруссии. Флаг Лукашенко, который он внедрил после того, как страна действительно имела свой бело-красно-белый национальный флаг. Это очень символично. Страна хочет отказаться и отказывается от советского прошлого, навязываемого Лукашенко.